Где любил отдыхать Александр Сергеевич, узнали жители района. В день рождения поэта в Приморском устроили театрализованную экскурсию. Из Трогановского сада, где часто любил прогуливаться Пушкин, экскурсанты отправились на место его дуэли с Дантесом. Здесь, в 1837 году, на заснеженной площадке, окруженной кустарником, и произошли те трагические события. Отсюда смертельно раненого поэта отвезли в его квартиру на Мойке 12. Гербы мелькают, эполеты, наряды там за рядом ряд. Одно мгновение, две кареты, вот-вот и мимо пролетят. Экскурсоводы читали не только стихи Пушкина, но и тех, кто писал о нем. Кроме того, участникам предлагали вспомнить малоизвестные страницы биографии великого поэта и места, связанные с его жизнью и творчеством. Еще одно место, где любил бывать Александр Сергеевич – дача Шишмарева. Усадьба была построена в XIX веке. После Великой Отечественной здание реконструировали. Сейчас же здесь располагается детская художественная школа. Здесь снимал Пушкин дачи каждый год, когда они сюда приезжали с семейством. А дачу эту мы выбираем лишь только потому, что это единственный экземпляр, который сохранился с XIX века здесь, именно на этом месте. Такую интерактивную экскурсию в день рождения поэта в Приморском районе устроили впервые. Организаторы постарались не только рассказать о памятных местах, связанных с Пушкиным, но и воссоздать атмосферу начала XIX века.